Приветствую всех на своем канале, с вами Людмила. Сегодня я фикс-пресс покажу вам новинки, которые появились на полочках. В предыдущих обзорах у меня уже был обзор вот этих товаров всех. Можете посмотреть, ссылочка под видео. Здесь появилось новое, что свечи тыква. Такие вот маленькие. 4,5 на 4 сантиметра. Разные расцветки можно выбрать. Такая вот розовая, зеленая, оранжевая. Даже еще есть вот такие вот светлые. Светильник декоративный. 174 рубля 50 копеек. Такой вот светильник. Здесь батарейки, наверное. Да, нужно покупать батарейки. Тоже они разные. Шкатулка тыква 229 рублей. Тоже разные расцветки. Здесь вообще и такие красивые тыквы, керамические. Здесь посмотрим. Такая тарелка. Декоративная тыква 249 рублей. Разные расцветки. Кстати, в том году тоже были они. Мягкая декорация гном. Смотрите, как красиво он смотрится. Венок декоративный 299 рублей. Новая коллекция Электрум. Кое-что тоже завезли. Вот так вот выглядит эта декоративная фигурка. Она легкая и есть в форме листика, ракушка и листик. Так, 299 рублей. Свеча Шар Голд, тоже из этой коллекции, 199 рублей. Разные расцветки, серебристая и такая золотистая. Да. Фигурка птичка-воракушка, 174 рубля 50 копеек. Такая вот зеркальная полочка. 299 рублей. Декоративная ветка Forest 199 рублей. Разные расцветки есть. Декоративная корзина с крышкой овальная, стоит 349 рублей. Есть белая с золотистыми вкраплениями и серенькая с серебристыми вкраплениями. Перешла в отдел посуды, и здесь появились новинки из коллекции Янтарь. Я тоже вам уже снимала, показывала. Пройдусь еще покажу. Вот смотрите, чайник заварочный на 1 литр.
кувшин 399 рублей на 2 литра. И бокалы. Бокалы для шампанского 116 рублей. 160 миллилитров. Такие вот стаканы. Они 390 миллилитров и цена 99 рублей. Турка 450 миллилитров 229 рублей. Вот такие вот соусницы с крышкой 80 миллилитров 99 рублей. Пройдем еще немножко, посмотрим, что еще здесь нового появилось в Фикспрайсе. Органайзер для холодильника 174 рубля 50 копеек. Расцветки разные. Вот такие вот банки для сыпучих продуктов. Есть на пол-литра 62 рубля. И для сыпучих продуктов на 1 литр 83 рубля. Вот такая большая еще есть. Смотрите, они очень легкие. 1,5 литра 116 рублей. Нож кухонный универсальный 23 сантиметра 69 рублей. Набор для ВК. Так, смотрите, риф симпатично очень оформлено. Такой комплект стоит 199 рублей. Есть еще вот такие вот юршики. Мыльница 79 рублей. И есть полки металлические угловые. Такие 299 рублей. Так, а это у нас держатель для туалетной бумаги 174 рубля и планка с крючками. Разные расцветочки, 25 сантиметров, 174 рубля 50 копеек. Здесь перчатки для душа, две штуки, 51 рубль. Такие вот планки с крючками, 6 штук. 35 сантиметров 79 рублей. Вот такая вот еще мыльница. Кстати, надо мне тоже заменить свою 14 на 10 сантиметра 99 рублей. Такая вот стойка на стол для кухни и для ванной. Три яруса, сделано в России. Цвет есть белый и темненький вон там сверху. Так, цена, я вам сказала, 349 рублей. Еще одна новиночка. Смотрите, какой красивый декоративный LED-светильник Shine. Он на батарейках.
золотистый такой. А на этом я свой обзор заканчиваю. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Желаю вам приятных покупок, хорошего настроения. С вами была Людмила. Всем пока!